İyi misin şu anda? İyi. Canlandırırız. Sırından sonra. Всем доброе утро. Сегодня у нас 31 декабря, и начинается оно у нас, к сожалению, вот так. Да, мы попали в больницу. Миру несколько раз ночью стошнило, потом с утра я пыталась там ей водички дать, накормить, но ее постоянно рвет, поэтому приехали в больницу. Вот врач назначил капельницу. Где-то час еще будем здесь сидеть. А планы у нас были совершенно другие. Мы планировали поехать к родственникам отмечать Новый год. Теперь не знаю, даже получится или нет. Ну, вроде после капельницы полегчало. По результатам анализа никакого вируса нет у нее. Скорее всего, отравилась. Вчера курицу ели. Видимо, ей попался какой-то испорченный кусочек. Ну, куриное мясо, как знаете, самое опасное в этом плане. Очень быстро портится, поэтому, к сожалению, вот так получилось. Ну, сейчас посмотрим, что будем делать. Так как Мире стало намного лучше после капельницы, сразу, видите, ожила, то на ней вообще лица не было. Ну, кушать еще ничего не хочет, но все-таки мы, в общем, решили, что все-таки поедем к родственникам. Вот приехали к сестре мужа, это их песик Салеп. Мира привезла ему игрушечку в подарок, тоже на Новый год. У него такой новогодний даже костюмчик есть. Так, мы сейчас поедем на мотоцикле. Это старшая сестра мужа. К другой старшей сестре. Поздравим ее с наступающим Новым годом. Потому что вытирает там коты. Наследили. Коты постоянно спят на этих штуках. Так что мы поехали. У самой старшей сестры свой салон красоты. Смотрите, какую она елочку сделала красивую. Мы уже домой ехали и заехали здесь в кондитерскую. Посмотрите, какие новогодние торты обалденные. Честно говоря, в шоке. Это самая популярная кондитерская в городе Такердау. И посмотрите, какие торты, ну просто ну шедевры. Сейчас тоже что-то выберем на новогодний стол. Хочется такой красивый тортик какой-нибудь. Хотя, честно говоря, вообще не планировали покупать торт. Ну, новогодний стол и торт, не знаю. Турецкие торты вообще, ну, начинки, имею в виду, очень такие специфические. На наши не совсем похожи. Но здесь именно в этой кондитерской очень красивое оформление. Ну и рядом, конечно, турецкие сладости. А вот смотрите, какая надпись. Я сначала подумала на русском, буквы русские, потом начала читать. Это болгарский язык. Ну, я, в принципе, все поняла. Там написано, из чего делают сладости. Тут очень много болгарских туристов. Смотрите, какой Дед Мороз прямо на улице стоит, продает шарики детям. Ну, это, конечно, классно. Такой костюмчик дедушка нашел. Ну, крутой маркетинговый ход. Молодец. Мои тут пытаются собаку дрессировать. Ну, оставьте уже ее в покое. Ади Баракин, он Баракин. Ну, такой он классный. Он как игрушечка плюшевая, такой мягкий. И, кстати, эта собака, эта порода не линяет. Мальтеза, по-моему, называется. Уж точно не знаю. Ну, это же щеночек, он еще даже на улицу не ходит гулять. Муж его учит сидеть по команде. Говорит, сядь, а потом жди. Мы уже начинаем накрывать на стол. Мира тут нашла дуделки. Дудит. Сейчас покажу вам, что у нас на столе. Закуски всякие. Вот кассир, кстати, я приготовила, привезла. Это кассир. Потом из морковки. Это типа американский салат. Это из кабачков. И такой еще салатик из овощей. А на горячее у нас такой турецкий плов и печень с картошкой. Очень вкусно во фритюре обжаривается. И пепси мы пока что запиваем. Потом уберем стол и уже будем отмечать. Сидим, смотрим здесь неинтересные для меня передачи. Не смешные, по крайней мере, но турки это смотрят. И купила вот такой вот ликер мятный. Когда-то много лет назад его покупала. Вот решила снова купить. Очень вкусный. Вот нам племянница тарелочку фруктовую принесла. О, Yeni yılınız kutlu olsun. Merhaba, merhaba. Merhaba. Bu sene uslu durdunuz mu? Sayılır. Anladığım kadarıyla sen durmadın. Merhabalar. Evet. Gel bakalım en küçükten başlayalım hediyelere. En küçük hediye al Mira baştan.
Как бокалам? А это я подготовила небольшой сюрприз для родственников и купила все маленькие подарочки. И мы по очереди вытаскивали из мешка Деда Мороза подарки, и чье имя было написано, так передавали. Себе я в том числе купила подарочек. И вот такая вот у нас приятная атмосфера получилась. О, ну Альба, моя да идея вар. Кач сене дредия да атырым, кимсе бени düşündüğü yok. Hadi bakalım. Evet. Bu kış aylarında beni ısıtacak bir şey hediye almış. Evet. Evet. Çok teşekkürler. Oh. Mutlu yıllar hepinize. Teşekkürler. Hepinize mutlu yıllar. Hop 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 hop. Bakayım nasıl, çanta mı bu? Пока еще 12 не наступило, мы поехали по друзьям. У нас есть друзья тоже с детьми. Так как мой муж сегодня в роли Деда Мороза, то и к ним Костя. Они на балконе стоят, нас встречают. Еще так круто красный мотоцикл подходит. И он в этой шапке Деда Мороза с бородой, в общем, как раз... У них тоже у нас продолжается застолье, хотя мы так наелись дома, вообще ничего не лезет, но нужно покушать и здесь. Вот раки налили нам, это турецкая анисовая водка. И закуски сейчас тоже будем провожать старый год, так скажем. Хотя здесь его не провожают, здесь встречают новый. Мы же вернулись быстренько домой, осталось буквально несколько минут до Нового года. Вот будем его встречать с таким тортиком, который мы купили. Зажжем бенгальские огни, и будет по телевизору обратный отсчет. 19, 18, 17, 16, 15, 14, 13, 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119
На тебя смотрит. Алимин köpekler neler yapıyor? Ben de yavruyum da. Витим не япчен, олом. Доброе утро, 1 января. Нас с утра разбудил племянник мужа со своей девушкой. Говорит, вставайте, поехали на турецкий завтрак. Вот такой у нас завтрак с утра 1 января. Да, мы не доедаем прошлогодние салаты, мы сегодня на турецком завтраке. Мы вернулись домой и вспомнили, что мы же не поиграли вчера в главную турецкую новогоднюю игру. Томбола, это лото по-нашему, еще называют бинго. Поэтому решили сегодня поиграть. Чтобы было интереснее, скинулись, и вон лежит стопочка денег, на которую мы играем. Выигрыш заберет себе тот, кто первый все циферки закроет. По одной циферке вот муж вытаскивает, и у каждого билетики разные цифры. Кто первый соберет, тот и выиграл. Ne? 90. Hadi yok. Hadi evet 91 olabilir o. 91 yok yok. Şeyde yok. Aa bunda ben size bir şey söyleyeyim mi? Yetmiyor mu? Taşlar eksik. Hadi söyle bir şey. 1 2 3 4 Короче, представляете, открыли новую игру, новую коробку, никто в нее не играл, а там оказалось не хватает двух цифр, и поэтому нам пришлось заново переигрывать. И, не знаю, мне вот осталось одно число, я надеюсь, что оно сейчас выпадет, и я выиграю. И, кстати, такое же число еще вон у племянника мужа, поэтому нам придется выигрыш разделить, если оно выпадет. В общем, жду, не дожидусь. Как так получилось, что в закрытой коробке вот такой облома не хватает? Целых двух цифр, я вообще, конечно, в шоке. Вот такие вот игры продают. Мы, конечно, тоже виноваты, надо было сначала пересчитать нам все эти цифры. Yeni yıl hepinize kutlu, mutlu, huzurlu olsun. Oho, mutlu yıllar!